Ламберт, Ламберт, да-да-да. Это многое объясняет. Короче, картошечка, как только мы закончим либо Ведьмака, либо Dark Souls, на самом деле, я соглашусь, очень затянулось, ну, я и так там стараюсь максимально быстро, ну, для нашего прохождения. Мы обязательно поиграем и в какие-нибудь писечные игры, и в ужасы, и в платформеры, какие-нибудь индюшки и так далее. Мы отвлечемся перед тем, как переходить опять к какому-то долгостою. Обязательно наш. Ну, ты будешь чем-то стрелять или нет? Чем-нибудь уже хотя бы стрелять, что ли? Неплохой выстрел. О, получилось. Ну давай, Геральт, можно было уже выстрелить. Дуашок разряжен. Ну, у меня как всегда. Я еще перед стримом хотел не зарядить, а в смысле поменять. В итоге, короче, забыл. Деревья. Оп, получилось. Ламберт, Ламберт, классика нашего времени. Да, это стихотворение должны знать все. Ну, я поражен. Где ты этому научился? Нет, своими кулаками, чтобы не видеть своего уродства. Я думал, ты типа остановился перед зеркалом, и оно трескалось, типа, понял? Ладно, ладно. Припаси свои побасенки для очередной чародейки. Побасенки? Окей. Вова, на этом моменте нельзя бежать, тут каждый диалог на каждый шаг записан. Окей, не будем. Как у тебя с Весемиром, поспокойнее? Вроде да. Старичок перестал читать мораль, я стараюсь его особо не раздражать. И как результаты? Средние. И знаешь, замок большой, в нем несложно разминуться. Ну, просто для разнообразия. Будет разнообразие. Мы... Обязательно. Мы не будем два долгостоя запускать просто подряд. Ты же здесь привязывал. Может, веревка лопнула? Да ты что? Я-то думал, лодка сама отвязалась. Вот зараза. Такой капа именно. В таком тумане мы никогда... Шигане, ты моя Шигане. Класс. Дай подумать. Да, дней 5 назад. Ага, парус развернулся на ветру, швартов лопнул, и лодка уплыла в кусты. Джонатан, спасибо большое за фоллоу, добро пожаловать. Скажи, корабль... Корабли лавировали, да не вылавировали. Чё, как там называется? Переворот с переподвыпадвертом. Я забыл просто, как там говорится. Давно уже произносил это. Кстати, а ты, Элисон, ты слышал когда-нибудь такую группу, как называется Reduce? The Reduce. Московская, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, картошечка, это Есенин, да, по-моему. Да что такое? Ни по кому не попадаю, прикинь. Забейте. Девять юз. Да, как-то так она пишется. Покажи, что умеешь. Прям порезал. Водная баба. Ее еще тут не хватало. Ё-моё. Че еще не видно? Где она? Она исчезла просто, да? Самсон, здравствуйте! Крутись! Так. Вход в пещеру с другой стороны. МГС и амнезию дадут в октябре? Надо, да, пруд, пони. Пройти через пещеру, подняться на башку тролля, и мы на месте.
Теперь это не кажется таким страшным, да? Нет. Но все равно оторопь берет. Знаешь, что из моей группы вернулись только двое? Так это вы нарвались в пещерах на старого грота? Угу. Привет, Самсон. Добро пожаловать. Как твои дела? Шаклшот 28. Привет, привет. А что со стримом? Что со стримом? Все в порядке вроде. Работает, тебя как часы. Тебя до сих пор это мучает? Мучает? Нет. Просто бесит. На кой хер это испытание? Все равно большинство тех, кто вернулся из круга стихий, сгинули в течение года на каких-нибудь болотах, охотясь на утопцев по кроне 30 за голову. Самсон. Зачем все это? Весемира спроси. О, я спрашивал много раз. Уверяю тебя. Ладно, собираемся. Прыгай в лодку. Хорошо. Евангелион, привет, я. Добро пожаловать. Это почему? Потому что это моя лодка. И все тут. Лаги какие-то были. Ну, смотри, я вроде смотрю, у меня все окей. Вроде не подлагивает ничего. С моей стороны вроде все в порядке. Ты разбираешься в часах наручных? Да, вышла новая серия Apple Watch. Вот все мое познание в часах. Абадон, на что ты хочешь часики себе прикупить? Так, Геральт. Господи, как же мне стыдно. Что-то Юля нет, пришла поздороваться и ушла. Ну так она ж Рототокс, она с этими, с у родных. Она в Твери, поэтому как бы уделяет внимание там подругам и родным. Вернется, я думаю, скоро. Евангелион, серьезно? Да, да, это Евангелион, он самый. Привет, привет. Как твои дела? Ты у нас молчун. Геральт. А, мне уже нужно садиться, да, просто? Я думал о на классических часах. Я думал он часах в принципе, но вообще да. Она тюлень. Злой кролик, здорово все, как дела? У меня все good. Отлично, злой кролик. Добро пожаловать на канал No Game No Life и приятного тебе просмотра. Самсон, я забыл. Да? Я забыл. А что? Тебе что-то не нравится? Ну, кроме того, что она набирает воду, ничего. Не ворчи. На ту сторону доплывем. Если только не налетим на что-нибудь. Я дальше носа ничего не вижу. Я не хочу прерывать. Я угадал легкость бытия. Как Нам думаешь? Густой, как молоко. В тебе пробудился поэт? Ага. Хочешь стих? Валяй. Ламберт, Ламберт, хер моржовый. Ламберт, Ламберт, вредный хуй. Вполне, вполне. Мы дождались этого момента. Как думаешь, а что ответа, такое? У тебя пару схлопнет. Не учи дедушку кашу. Тряпи, привет, привет. Лол. Хорошо. Мы уже близко. Тряпи, добро пожаловать. Я надеюсь, я правильно прочитал твой ник. Приятного тебе просмотра. Как думаешь, какие лучше? Casio, много циферок и буквок, или Casio? Честно, Абадон, без понятия. Это мне нужно именно прогуглить. Для того, чтобы сделать какие-то выводы. Я, честно, часы не ношу. Во-первых, где Лёха? Готов прогуляться по пещерам? Не знаю. Только прежде, чем мы туда войдем, лучше... Выпить кошку, знаю. На прошлом стриме был. Будут еще ценные советы? Например, не шуми, а то разбудишь старого грота. Ты обидчивый йен. Ты стал обидчивее, чем йен. Смотри, не влюбись. Отлично. На PS1 пару годных игр. У кого есть, кто слышишь, что подскажет? Это к тебе. Ты же знаешь, что к в этих енотоводу нужно. Кроме нас понял. Не живет. Это иллюзия. А если нет? Пакман, привет. Делай, что хочешь. Проверим. Давай проверим, на всякий случай. Правду говорит Весемир. Вечно ты суешь пальцы между дверей. Ну хорошо, пойдем. Все. Ответственно заявляю, что стрим сегодня удался. Да, это на самом деле очень круто. Я столько ждал. Там, где циферок и буквок больше, те и лучше, так ему и скажи. На самом деле у меня была такая мысль, Бонни. Ты в чем-то прав. В этом есть какая-то логика. Не ведись на крики, дитя. Ну, мне интересно на самом деле посмотреть.
Эй, вот и малыш. Мальчик. Спокойно, ты уже в безопасности. Что с ним? Это иллюзия просто, ну, да? Хорошо, ты был прав. Всегда пожалуйста. Ты что-то говорил про ум? Позже обсудим. Сперва займемся туманниками. Ну, туманники, это ж неплохо. Осталось только найти их. Мы прям меч поломали. Блин, зачем я опять забил? Уи! Картошечка. Да, я кручусь. Вов, я вот кушать хочу, а магазины уже закрыты. Что делать? У тебя нет ничего вообще, типа, в квартире похавать? У меня обычно всегда что-то ну, короче, лежит. Что я могу съесть быстро? Например, пельмешки или дошик. Что-нибудь такое. Дошик очень спасает. Кто бы мог подумать? Что-то мне подсказывает, что ты мне это будешь долго вспоминать. Ну как же. Весь мир должен услышать о том, как славного Геральта из Риви обманули как младенца. Может, Лютик сложит об этом балладу? Как думаешь? Мамперс Сторм Фьюри. Привет, привет. Йоу, как оно? Опять Геральт рыцарствует? Да, да. Сегодня и в субботу еще будет Геральт. Добро пожаловать, Мампер. Рад тебя видеть. Лучше пусть поет о тебе. Пусть лучше он споет балладу о тебе. Ламберт или доставучий ведьмак? Лучше быть доставучим, чем наивным. Дольше проживу. Отвлекаясь от темы, я правильно рассмотрел? Этот мальчик? Угу, один из наших. Он, должно быть, утонул во время испытания. А туманники запомнили его облик и голос. Очаровательно. Пойдем отсюда. Меня уговаривать не нужно. Знаешь, я сюда вообще приходить не хотел. Ламберт, хватит. Мне так учитель по вождению говорил, говорит, ты когда на письменном экзамене будешь выбирать ответы, где больше букв, они точно верные. Да, нужна немножко как-то логика какой-то, да, руководиться, чтобы все было хорошо. Вот, слушай, у меня такая история случилась сейчас. Короче, у меня друг на первом курсе учится. И он живет в Славутиче, общаге в Киеве заполнено. Он ехал домой. Поездом доехал только до Чернигова. Домой можно было вернуться за 50 гривен, а у него только 100. Вот, спасаем. Так, хорошо. Геральт. Хорошо, а как я могу тебе помочь? Я пропустил стишок про Ламберта. Тоска, печаль. Да, Мампер, ты реально пропустил вот буквально там какие-то 15 минут, наверное, да, или может 20, ребят, я точно не засекаю. Смотрите, что здесь есть. Давайте мы тут, наверное, Кости, какие-то... вот, флорены. Ну, как история. Отличная. Старый грот не любит гостей. Отличная история. Лучшая за сегодняшний день, злой кролик. Серьезно, лучшая. Слишком высоко. Я тебя подсажу. Помнишь, как там в испытании? Ведьмак, одинокий охотник. Но даже ему порой нужна помощь. Слава Весемира. Готов? Да, да, готов. Не знаю, нужно ли вам это знать, но Оксимирон будет в фильме сниматься. Забавно. Раз. Два. Три. Тоже не знаю, зачем мне это знать. Но в каком фильме, Эллисон? Нелегкий. Ну, идем. Давайте починим по Шурику, наверное, все-таки свой меч, потому что мой меч немножечко опал, назовем это так. Он немножко устал. И она до сих пор продолжается, основана на реальных событиях. Класс. Ага. И разбудить старого грота. От холера. Можешь топать потише. Да ладно тебе, я поскользнулся. А это было типа не громко, да, ребят?
Далилити. Далилити, спасибо большое за фоллоу. Что-то мне в глаз попало. Какой-то осколок. Главное, добро пожаловать. Осколок льда. Не то станешь еще вреднее. Empire 5, российский фильм от Пелевина. Чё-то знакомая фамилия. Пелевин. Где Ламберт? Плесенью несёт. А ты чего ждал? Вова, ты видел трейлер Red Dead Redemption 2? Пакман? А, смотри, как сладко спит. Может, сделаем как-нибудь так, чтобы он больше не проснулся? Пакман, я его выложил буквально, наверное, в первые 5 минут, как только его показали. Который показали сразу же от Rockstar, я сразу же его выложил. По-моему... Да-да-да, по-моему, сразу же его выложил. Да, я видел, выглядит шикарно. Выглядит шикарно. Русский кинематограф, да-да-да-да. Hello! Ты судался. Может, оно и к лучшему. Будет веселее. Бэм! Ну что, поехали? Вихрь просто жесть, это я нереально очень классная штука. Ого. Да что такое, не дает мне сделать удар. Go DJ Twitch, стоп, а где он? Нет, у нас на Ведьмаке нет DJ Twitch, это раз, во-вторых... Да, вроде да. Уходим отсюда. Постой. Это тебе за Вольтера, скотина. Во-вторых, мы перешли злой кролик на Мубота. Теперь никакого диджей твича. Ну, вообще, в пещере можно тихо пройти по обход этих стенок. Да, я знаю, на самом деле, что можно, но разве это не прикольно? Каким-нибудь боссом еще, скажем так, подраться. Вольтер, кто это? Вольтер? Кто это? Ты не помнишь? Такой, невысокий, со шрамом на подбородке, вот здесь. А, да, был такой. Ага, был. Остался здесь. Пойдем уже. Ой, извини, я даже не подписан на твою группу, сорян. Пакман, а почему это ты не подписан на нашу группу в ВК? Геральт. Стоп, а что здесь? Пройти через пещеру. Верни Twitch DJ. Нет, Twitch DJ фигня, поверь. Мы сделали... Злюка настроил нормальный этот... Нормальному бота и с ним получше, я тебе серьезно говорю. Хорошо выбраться наружу. Да, но это еще не все трудности. Ты про троллей? Так это у них трудности, не у нас. Не знаю, перед кем ты выпендриваешься, на меня подобный пафос впечатления не производит. И кто это говорит? Весемир рассказывал, как вы выполняли заказ для нильфгаардцев в Велине. Что? Что ты делаешь? Убиваю чудовищ. А ты говоришь. Это случайно вышло. Пойдем уже. Что ты делаешь? Еще одна новость для российских генералов. Будут закупать погоны из хрусталя за деньги, на деньги из бюджета. Это Россия, детка. Это Россия. Добраться до круга стихий. Погнали. По кругу стихий 60 шагов. Тут рядышком. О, я уже вижу. В Москве полицейский угнал автомобиль Infiniti X25, который Руля сам же и разыскивал. Жесть. Опять-таки, это Россия, детка. Ведьмаки, не ходи дальше. Это горы тролли. Все похлопайте с люки, да. Хлоп-хлоп. Гора тролли.
Ну, поговори. Поговори с ними. Злюка уже там что-то агрится. Да он вообще-то в хорошем смысле слова, Злюка. Не все такие злые, как ты вообще-то. Так, мы просто хотим пройти к кругу. Будем добрые с ними. Мы хотим пройти к кругу. Ведьмаки, одно говорить, другое делать. А иногда третье. Ну сколько можно? С дороги тупиться, а то я вас на гравий порублю. Дошло? Ну, блин, не надо. Полван. Дошло. Поздравляю. Этих ребят бить бы уже побеждал. Бежим до той пещеры, иначе нас просто забьют камнями. Да, какой? В смысле, а чё он в лес, я не могу? Чё, по-нормально нельзя было это все сделать? Блин, слитая пасхалка на трейлер Killing Monsters. Вова-вова стрим моржовый, вова-вова вредный стрим. Это корректная версия, да? А, все, вот эти ребята, как да? Как мы бросить камень? Вы не ходить. Ведьмаки не понимать. Понимать, но мы все-таки должны идти к кругу стихий. Ты слушать все-таки. Мы к вам в замок не ходить. А там много камень. Красивый камень. Джейкоб, спасибо большое. Хватит за фоллоу. Добро пожаловать. Ничего не даст. Дай мне сказать. Злой кролик, да, Элисон тебе ответит. В переговорах, как они в грамматике. ОБС студио. Мы вам плохого не сделаем. Не будем трогать ваши камни. Дайте пройти. Дайте потрогать ваши камни. А ведьмаки не отвечают. Только болтат. Может, ведьмаки добрые? Ты глупый. Ведьмаки убивать чудища, а тролли чудища. Да-да, не строй рожа. Будет так. Вы здесь оставить острые дубины? Вы пройти. Если нет, мы бить. Типичные гопники, да. Вы здесь оставьте свои мобильники, и вы тогда сможете пройти. Ламберт тут говорит, убивают чудовища, а в переведенном трейлере убивают тварей. Но все-таки убивают тварей звучит как-то грубовато, наверное, да? Хотя, в принципе, что тут про грубость говорить-то, ведьмаке-то, да? Мы оставим свои мечи. Будь по-твоему, оставим здесь мечи. Но заберем их, когда будем возвращаться. Мы их не нужно. Металл, фу, щиплет рот. Ты спятил? Делай, как я, и не ори. Мне из местных троллей нравится только Троллода и Троица с Таллером забавляет. Троица — это та самая троица, которую озвучивали ребята из This is Хорошо и... Что? Если я еще не забыл уроки дядюшки Весемира... И Логвинов? Ведьмаки убивают чудовищ. Плохо помнишь. Грубовато ведьмаки мат на мате, да? Убивают опасных чудовищ. Гламурный мечик у тебя. Спасибо большое, пони. Ты, как всегда, крайне мил. Если ну, вот мы и на месте. Тролль, который лодки за этим хавает, не охраняет. Да, я понял. Вот хавает вначале, прочитал. Красивый вид. Меч плюс 16? Наверное, если даже ты это заметил. Герн, за кого ты меня принимаешь? Дай подумать. За грубияна? Возразить нечего. Ну хватит комплиментов. Давай за работу. Ты помнишь, что надо делать с этим кругом? С тех пор, как я активировал здесь медальон, прошло немало времени. Ладно, дедушка, не оправдывайся. Зажги факел и положи филактерий на алтарь. А я сделаю все остальное. Кто что будет делать в субботу? Я участвую в турнире по пейнтболу. Я буду стримить в субботу. 8 по МСК, злой кролик. Сначала вода, потом земля. А, нет, вру. И воздух.
Не буду я стримить в субботу, я буду стримить в воскресенье. В субботу ко мне придет Джузбрингер. Что такое? Я не могу понять, что надо. Ой, господи, как так можно было? Серьезно, боже мой, это просто дичь. Окей, хорошо, хоть не это, не, голову хоть не сломал. Что надо сделать? Зажечь факел. Давай зажжем. А, вокруг, все. Геральт, что ты делаешь? Что ты делаешь, господи? Как это происходит? Как он кружится, я не могу понять. Смотрите, у нас есть такой смайлик, как раз для таких моментов. Хорошо. Филактерий на месте. Ну, осталось только минуту подождать. Контейнер наполнится силой стихий, а мы пока отдохнем. Нужно зажечь огонь, а не шею ломать. А ты как справился с троллями на испытании медальона? Дай подумать. А, вспомнил. Я использовал аксии. Но тогда против меня вышел один, остальные были заняты. Ну да, полезный знак. Недавно мне жизнь спас. От чего тебя спас Акси? Интересная история. Дядя Бога, ты дурак. Напали на меня двое разбойников. Вас одули, я дурак. Один целился в меня из арбалета, а другой начал рыться в моих торбах. Сперва я приказал арбалетчику застрелить дружка, а потом повеситься самому. Не обязательно было их убивать. Не обязательно их было убивать. Я мог их убить и убил. Двумя ублюдками меньше. Скажи, ты всегда был таким циничным сукиным сыном? Нет. Пока Весемир не привез меня в Каэр Морхен, я был очарователем. Cool story, да, да. Неужели это плохо быть ведьмаком? Мы все прошли через это. Да, какая разница? Настолько плохо быть ведьмаком? Говорят, бывает хуже. В огороде ты дурак. Жаль только, что у меня не было выбора. Такое было наше предназначение. Предназначение? Я расскажу тебе о предназначении. Мой отец был пьяницей. Стоило ему надраться, он лупил меня и мать до крови. Мы каждую ночь молились, чтобы он наконец сдох. Один раз наши молитвы почти исполнились. Папочка заблудился по дороге в корчму и влез прямо в гнездо Накеров. Но его спас один ведьмак. Знаешь, чего он захотел взамен? Okay. Дашь мне то, что первым увидишь в доме. Мою жизнь. За жизнь этой мрази. В гробу я видал такое предназначение. Я не знал, прости. Я не знал, прости. Когда в следующий раз задумаешься, почему я такой злой, вот тебе ответ. Ладно, хватит горевать. Регис Некс, привет. Пора собираться. Добро пожаловать, Регис. Надо забрать мечи, а то ведьмак без оружия, как без рук. Золотые слова, брат. Тренера приморского океанариума уволят за избиение дружелюбного моржа Миши. Ведьмаки! Брать острые дубины! Однако здравствуйте! Иди домой! Угу. Можешь меня не уговаривать. Пойдем, Геральт, пора. Это стрим с работы, как я просил? Нет, это не стрим с работы. Я дома. Морж Миша, да. Я ненадолго останусь. Иди вперед, я тут на минутку останусь. Угу. Только не застревай. Нам еще это чучело расколдовывать. Ты, кстати, с Кейрой как поступил? Я не помню, кстати. Кто-то мне напомнит? Отпустил я ее, по-моему. Да, я, по-моему, отпустил, если ты об этом. Наверное, зря она здесь остался. Миша Добкин был замечен в костюме моржа. Лол.
Жалко только, ребят, не знают, кто такой Миша Добкин. Зря я, наверное, все-таки это сделал, ребят. Да, забейте, я хотел. Нафиг надо было. Надо было идти с Ламбертом, короче. Ну, пофиг, в общем-то, да? Вы получили приглашение нормально. Смотрите, кто кидает приглашение. Я не знаю, он это делает второй вечер уже, я не понимаю, зачем он это делает. Я выживу, я надеюсь. Давайте я пока. Объясню человеку, что этого делать не нужно. И во-вторых, я, наверное, сделаю сейчас буквально 30-секундный перерыв. Кто это тренди? Это я. Это Венкул Рофлит. Да, это Венкул Рофлит. Минус Кейра. Почему? В Каэр Морхен. В Каэр Морхен я ее послал. Шеклшот. Да, я сейчас... Да, Злюк, я сейчас ему так и напишу. Такие себе рофлы, да. Блин, что он, я не понимаю. Блин, у нас как же плохо работает PSN. Ну тогда Кейра плюс, да. Так, ребят, я отойду буквально на одну минутку, и мы с вами продолжим. Я себе налью чего-нибудь попить, потому что чай закончился. Никуда не уходите. Так, я здесь. Вова, привет. Вижу, ты подрубил эту хрень. Что там можно делать? Рассказывай. Привет, Венкул. Я понял, про какую ты хрень говоришь, но... Мы пока это не тестировали, поэтому я пока что не знаю. Мампер, подожди, подожди. Не, вот, я ж не знаю, что там будет в конце, поэтому... Тода плюс Кейра, собственно, плюс Ламберт. Короче, я ж этих моментов не знаю. Злючик подобрел.
Значит, спойлер у тебя был более существенный. Очень длинное сообщение от злого кролика. Кролика. Давно оформление так прокачалось? Да я не знаю, а что сильно прям прокачалось, но... Да я не буду я читать злой кролик, это очень много, не гони. Очень важная информация, да? Давно так оформление прокачалось. Там вроде нет, не так оно и прокачано. Там что-то там покрутил, повертел, и вот вышло такое. Не знаю даже, насколько оно. А, насколько оно даже хорошее. Не знаю, может быть нам. А, понятно, здесь он. Ой, смотрите. Это место силы. Может быть, не зря я остался здесь. Что за ХП у тебя сверху было? Это наш босс, которого можно убить с помощью фолловинга, донатинга, сабскрайбинга и с помощью битсов. Как-то так, наверное. Вот, ему наносится урон за каждый, там, типа, за каждый фоллоу, донат, саб. Я могу тебя убить, Капа, да? Да, ты можешь меня убить. А я когда научусь им правильно пользоваться, там просто типа HTML и этот CSS, поэтому я не в курсе. Там можно как-то по-другому чуть выставлять всякие названия там и так далее. Будем убивать всех. Я, правда, не уверен, что у меня получится, правда, ну, неважно. Когда-нибудь разберусь. Вот ты умрешь без этого. Со временем. Я умру со временем, а не за один стрим, например. Если вы постараетесь. То, что тут инферналити тебя никак не цепляет. А где эти инферналити? В смысле? А в списке? В натуре? Юля? Юля! Инферналити! О-о-о! А я так и не прошла всех до единого секретные места в Ведьмаке, винду быстрее сменили. Привет, Инферналити, как же я рад тебя видеть. Юля, привет. Добро пожаловать, как твои делища? Геральт, ну блин, женщина пришла на стрим, ну ты можешь меня не позорить, ну хотя бы раз в жизни. Ну посмотрите на него. Ужас просто какой, как развернуться на этой фигне взаимно? Как твои делища? Ребят, я пытаюсь выехать отсюда. Я не знаю, у меня получится это. Она назад просто не едет. Короче, забейте. Я ее не выведу отсюда просто-напросто. Вова, ты слепой. Я вполне слепой, да. Я смотрю, антураж что-то изменился слегка. Да, да, я реально не заметил, прости, пожалуйста. Но я тебя реально очень сильно рад видеть. Честно, честно. Я прям, не знаю, каждый стрим жду. Когда же ты появишься? Давайте на тот берег переплывем и оттуда на конячечке на плотве, короче, догоним до вопросика. По суше. Быстрее Вове водки. Он сообщения не читает. Может, да, как раз мне водки надо, может, выпить. Водка это как-то грубо, ну ладно. Если ты со мной выпьешь, кролик, то тогда окей. Я только что позвал плотву, но она никак не отозвалась. Волк 5 уровня. Ничего, живая. С работы уволили, замуж вышла, злюк. Кончики вредно. Ты хорошо, замуж ты вышла, это круто. А где мой меч? Я тебя поздравляю, кстати. Ты бы хоть написала бы, что ли. Вот, с работы-то чего уволили? Мут ни за что, ясно пока. Злюка, за что ты шаклшота замутил?
О, наконец-то. Господи, боже мой, кто это? Классика на стриме, ничего нового. А, вон они, кстати, я хотел к этому вопросу пройти. Ну, я ж, да, я ж вот прочитал сообщение мне. Оу, воу! Он вообще без сильный, да, наверное. Да, ну так вроде нормально, в принципе, ложится. Ну, видишь, я из-за того, что я играю не на самой последней сложности, а на предпоследней, оно, в принципе, и так нормально все ложится. Так, стоп, а где он? Я его убил, что ли? Спасибо, с работы уволили, потому что я делала то, что мне поручали, самостоятельно работу себе не искала. О боже мой, лол, так и надо работать, пони прав, с таким хорошим настроением я еще никогда с работы не уходила. Ну, короче, в любом случае расстраиваться, думаю, по этому поводу не стоит. Блин, я не понимаю, где его труп. Ну пофиг, ладно, мы забрали вопросик, поэтому это самое главное, секретное. Секретик сам. Злой кролик, ты пишешь очень большие текста, и они не несут мне какой-то полезной информации. Я не хочу читать. Как бы тут можно оббежать? Юль, так что, ты сможешь? У тебя просто какой-то день выдался, что ты пришла к нам на стрим, или ты сможешь все-таки приходить теперь, хоть иногда. Нам левее надо брать, да? Да, нам левее надо брать. Да я не пыталась, я ненадолго, муж с работы вот сейчас придет, и я уже опять... Да, я понял, понял. Ну, блин. Ну, ты хоть старайся иногда хоть заходить к нам, буду рад тебя видеть, в принципе, как и все, даже вот видишь, Злюка. Даже Злюка был рад. Злюк, я тебе там в Телеграм написал, ответь, пожалуйста. Сейчас. А, нет, все нормально. Сложность просто влияет на то, как тебе ДПС наносят. Ага, я понял. То есть больше урона, да, конкретно в меня входит. Блин, столько проблем из-за того, что мы не пошли с Ламбертом, но там хотя бы навык один получили. Ладно. Может быть, оно того стоит. Злюк, ответь, пожалуйста, на вопрос, а не, ну, сколько можно уже писать это? 25 левел, скоро, поздравляю. Ну, все.
Помочь Йеннифер почитать мегаскоп. Давайте. Блин, ну давай уже, Геральт, ты ж можешь пройти. Там, по идее, либо боссы тебе ваншотят, а остальные можно вернуться при этом или отскоком. А боссов то раз... раз-два обчелся. Окей, окей. Там, кстати, создатель Playboy умер. Да, я читал новость. Ну как читал новость? Читал заголовок просто. Так, здесь налево. Ну, по понедельникам, вторникам и четвергам могу, но до 11 вечера. Плюс-минус пока на работу новую ищу. Ага. Ну, вот видишь, в принципе, вторник, четверг как раз у нас стрим. Аргирта, спасибо большое за... Так, секунду, спасибо большое за фоллоу, добро пожаловать. Это должны быть следы Эскеля. В последнее время никто, кроме него, из замка не выезжал. Стоп, куда я иду? Я, блин, по памяти пошел, а теперь же... Пройтись по следу жеребца Экселя, используя ведьмачье чутье. Так можно идти долго. Ладно, буду приходить. Я очень рад. Я очень рад на самом деле. Переходи, будем очень рады тебе. Господи, серьезно? Долго еще так надо идти? Это его конь. Как там его? Василек? Василек. Прекрасное создание. Ой, зачем на него? Поискать следы Экселя рядом с жеребцом, используя ведьмачье чутье. Эскель разбил лагерь. Должно быть, собирался побыть тут подольше. Следы ног и козьих копыт. Интересно. А на новой игре плюс так вообще... я рандит качал на мобах с уровнем... Неизвестным уровнем. Я, если честно, не знаю, что это такое. Но я понял, что это что-то сложное, да? Камни. И след обрывается. Замечательно. Попробую пойти по запаху. Эспеля я не почую, а вот козла... Надо только найти что-нибудь, что пахнет козлом, чтобы было проще взять след. Вроде как-то так. Мы идем правильно, более-менее. Секунду.